Всем привет, друзья мои! Пушка приехала! Вот и я, друзья мои! Боже, помоги мне! Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом! А, пока-пока! Вот и я сама! Вы знаете что? Вот я плавала, да, забыла же далеко. И то молодой парень один подплыл ко мне и говорит, вы откуда? Я говорю, отсюда. Сколько вам лет? Я ему сказала, 50. Он говорит, ой, как хорошо выглядит. А мой муж и все, говорит, тут такие зампара, это турецкие каблуки. Тут столько их много, говорит. Я сказала, ты не бойся. Я никуда не убегу, меня не украдут, ты не бойся. В общем, сейчас будем загорать и отдыхать. Накупались со Шкимом, сейчас будем загорать. Море супер, теплое, Шким. Немножко грязное здесь, когда уже столько времени, да? Столько людей, видно, песок, что здесь. А так дальше. Мне кажется, что я до Пискалеси тоже доплыву. Смотрите, вот. Хотела доплыть, но не рискнула. Вызвали бы охрану. Так кто такая, скажет, приехала. Пискалеси Микаэсин был. Град, орда яшил. Он сейчас рассказывает историю, легенду Пискалеси. Здесь жил король, Таман. Кралов Халиде яшил. В этом замке жил король Сонрашкин. Кызыны корумак için tehlikelerden oraya kale yaptı. İza korumak için niye korumak? Ne problem oldu? Korumak. Diğer tehlikelerden korumak için. Ну, для того, чтобы обезопасить свою дочь, он эту крепость построил. Сонрашкин. Мере Курудун, принцесса, то есть. Oraya gönderilen bir meyvenin içindeki çıkan kurttan dolayı öldüğü söyleniyor. Значит, послал meyve mi gönderdi? Meyve, elma, armut. Отправил туда фрукты, sonra? O kurdun onu öldürdüğünü söylüyorlar. Niye öldürdü? Ya убили, представляете? Niye öldürdü? Ne yaptı o kız? Şimdi şöyle, aslında rivayet şöyle başlıyor. O falcılar, büyücüler diyor ki senin kızın ölecek. Сказали, что этот, пророки, есть же такие эти маги, что твою дочку убьют. Sonra? O da oraya kale yaptırıyor, oraya götürüyor. Крепость сделал, туда отправил. Ama meyveden çıkan kurt yüzünden ölüyor. Diğer söylerler. Все равно убили ее. Yani kaderden kaçılmaz. От судьбы не убежишь, говорит. Onu demek istiyor yani, anladın mı? Да, Аллах дикбис. Sen istersen denizin içine kale yap, yine ölür. Если вы хотите где-то себя обезопасить, что вам судьбой предназначено, то и случится, мои дорогие. От судьбы не убежишь. Добру, сёздери. Правильно? Покажу сейчас. Ким? Тур атмак için. Adaya çıkarıyor seni. Aşkım, ben korkuyorum, ben yapamam onu. Ben de yapamam. Я говорю, я это не... Не полечу на парашюте, а может быть у меня вздых произойдет. Я рискну. Я очень люблю риск. Адреналин аж. Evet. Турист? Чё? Йок города, ас. Турист görmüyorum. Туристов не вижу я, все турки. Vardır da, ас. Bir de turistler kalıyor otellerde. Onlar biraz beşten sonra geliyorlar. Turistik ayakçı bildiği zaman rahat ediyorlar. Извиняюсь. Вот видите, чихаю я как. Все слышат. Но ничего поделать с этим не могу. Он говорит, туристы после пяти выходят с отелей. Они же остаются в гостинице. Подождем и их. Вот такую вкуснятину будем кушать сейчас со Шкимом. Это сладость, она тут сухофруктов с изюма, очень вкусная, такая желтенькая. Ням-ням, Ашким. Ашким пошел за водой. Ашким, знаете, что говорит? Что это говорит? При бабниках. Добычу свою ждут. Почему они любят Пискалеси? Смотрите, все
носит, и кофе тоже носит. Ой, как здорово. Сейчас понесли клубнику тоже. В общем, вы, если приедете сюда, не пожалеете. Здесь очень хорошо. Но мы потом в следующий раз планируем остаться здесь на пару дней. И я хочу доплыть как-то до нашей кристаллицины. Посмотреть, что там внутри, будет она открыта или нет. Очень интересная история у этой кристаллицы. Хотелось бы побывать внутри. Вот на пляже даже носят клубнику и чернику, или что это там такое? Не кадар булала? Он бич? Бир табак? Не вар? О, бу не? Буртана ба. О, вид. О, да он бич тел. Ага, тамам, тешекюрлер. Вот остались самцы. Алло. Ой, в ожидании приключений. Алло. Ну, а мы так хорошо отдыхаем. Друзья мои, хочу с вами поговорить насчет цен в отелях, пансионах. Ашкин, был пансион, да и отель бедился. Отель? Так, значит, смотри, слушайте меня. 125 лир на одного человека, то есть на двоих 250, туда входит завтрак и ужин. Два раза в день питания, это, мне кажется, нормально. Ну, все условия, конечно, есть. Вот такие вот цены. Это энучузве пахалыдова. Пахалыдова. Есть, конечно, и подороже, но вот энучуз. Да. Соле. Кадет дельмесу керекен шей. Манзара. Дениз манзарасы. Денизе бахан манзара, хер сон пахалы. Если вы хотите увидеть море со своего окна, то, конечно, будет всегда дорого. Демек сильно надо. А, нет. Ода. Ода да айф аткетер. И комнаты. Денизе бакиорса. Mesela 100 lira, arka tarafa bakıyorsa 150. Если на море смотрит 250, если не на море не смотрит, то 80 и так далее. Вы поняли нас? Her yerde öyle yani. Salonunda da öyle, Karasik'te de öyle. В каждом месте так. Надеюсь, информация была полезна. Мы со Шкемом позаботились. Будем смотреть. Смотрите дальше, не переключайтесь. Как хочется туда попасть, друзья мои. Людей не убавилось, а прибавляются. Ашка перешел в тенек, а я на его место, хочу загореть. Друзья мои. Друзья мои? А? Я там с друзьями. Аркадашлары. А, аркадашлары. Ашкым заговорил по-русски, друзья мои, говорит. Представляете? Друзья. Друзья. Молодец. Забери, Ашкым. Немножко вот с вами пообщаемся, будет вообще по-русски. Я, представляете, заснула вся красная такая, проснулась на солнце. Ашкым говорит, просыпайся. Вода перегрелась. Эти рядом молодые люди напились пиво, песни запели, почти хулиганит начал, но вот такое вот тоже происходит у нас, мой муж нервничает, весь под контролем. Видите, друзья, здесь все можно пить, пиво пьют, все, там вот как-то у нас там мерсень, такое не видела я, ну, может пьют, но незаметно так. Ну, а здесь вот все можно. Смотрите на ребят, мальчиков несут коктейли. Пойду-ка я скупаюсь еще. Волночки прибавить. Вот так ребенка укладывают, смотрите. Спать, когда хочет, вот так убаюкивают его. Вы когда-нибудь и кушали симит? Симит — это бублик такой вкусный-вкусный.
Ну как его не попробовать, когда носят? Смотрю на эту Кыскалис и на эту крепость, как будто там побывала. Смотрю, вот, вот эти кораблики, видно, людей туда привозят, маленькие. И вот там вот дальше вот причал, вот там они их высаживают. В следующий раз обязательно мы приедем и побываем на этом острове. Сейчас позвонила моей дочке, она тоже на море с внуками. Ну, у нас там, конечно, каменный такой пляж, а здесь песок, все в песке мы. Я сказала, на следующий год, дай Бог, что все будет хорошо, заберу вас сюда, в эту красоту. Дай Бог, что все было так. Посмотрите, как девушку закопали. А вон семитчик. Видите, семитчик. Ой, что-то все носят. Там носят, там продают. Очень интересно. Там такое кафешка, музыка оттуда идет. Очень классно. Мы с Ашкымом отдохнули сегодня. По полной программе. Ашким зумба, не заман безой на джаз зумба. Он тут безумба, сидяк там. Кино алдық зумбасы. Өзледен инсалары сенен зумбадан. Я говорю, когда мы зумбу будем с тобой танцевать? Соскучились люди? Ну что? Продолжаем загорать? Хочу показать вам, как каждые лежаки ограждены друг от друга на большом расстоянии. Видите, зонтики уже у нас забрали. Люди прибавляются. Мы сейчас хотим с Ашкымом переодеться и пойти погулять. Посмотреть погоду, сколько пива пили, выпили, они собирают бутылки. Идем по набережной, друзья. Решили прогуляться. Мы так и не приняли душ, потому что вода холодная. Ашким, да, коптучок судьёрвар. Не переоделись, как есть, высохли, идем. Ну вот. Чино. Такое кафе, много кафе, наверное, когда ночью здесь будет очень красиво. Рай, гарден, ресторан, бар. Как я загорела, посмотрите. Шутят со Ашкымом. Ашким, Gel. Здесь даже есть и артисты приезжают. Конечно, будет приезжать. Столько людей приехало на отдых после карантина. Даже хамам есть, массаж. Видите, сколько у людей сейчас покушать пришли. Очередь, Ашким, сыра? Сангердуму? Сыра. Сыра мы? Ага. Не? А, отель мы, Юзенс. Там, видите, очередь в отеле, поэтому какой толстый дядюшка. Кыскалиси! Кыскалиси!
Это зелье, а? Посмотрите, какая прелесть. Сейчас мы снимем себя. Мы в Кыскалиси, Сашка, и мама. Как будто во Франции. Париж для гибрида. Более... Так радует. Посмотрите, как красиво. Мы сейчас пойдем туда, на этот пирс. Посмотрите, какой красавчик. Смотрите, какая красота. Я говорю, как эти камни принесли? Başları buradan götürmüşler böyle. Yaya yolu yapmışlar. Anladın mı? Anladım. Ne kadar akıllı. Ne güzel aşkım orada. Посмотрите, как красиво. Кыскалиси. Видео снимай. Как будет здесь ветерок такой замечательный. Мы сожгли вам ветерок. Чё по романтике, ашки все. Чё хорошо. Чё хорошо, аферин. Аферин, ашки. Много людей очень. Смотрим со Шкимом. Очень много людей. Рестораны заполнены. Отели. Сколько отелей? Видите, сколько отелей. Красивые отели. Полные отели. Вы знаете, русскоязычных я здесь не видела, только один раз услышала речь, мужчина был. Пожилой мужчина. Не вижу наших никого.